Здравствуйте, любители футбола, дорогие друзья, гости моего канала, подписчики. Меня зовут Егор Дергачев, я рад приветствовать каждого из вас в своем видеоблоге. Ростов-Спартак, именно об этом матче мы сегодня с вами поговорим. Команда абсолютно в разном настроении, как мне кажется, подходит к этой встрече. Спартак после уверенной победы над Севильей дома у себя принимал Амкар, и многим казалось, что все, сейчас Спартак прорвет и в РФПЛ, но нет. Подопечные Массимо Каррера не сумели переиграть Амкар, матч закончился в ничью 0-0. Ну и в принципе, чем-то похвастаться в этой игре москвичам тяжело. Ростов играл на выезде с Тосно в предыдущем туре, да и тоже не смог добиться победы. Более того, сложно сказать, кто, какая из команд была к победе ближе, Тосно или Ростов. Но дома, как играет Ростов и при Курбане Бердыеве, и при Леониде Кучуке, мы все прекрасно знаем, что эта команда всегда показывает свой характер, всегда показывает свою силу. И Спартаку будет очень-очень сложно в этом поединке. Я сомневаюсь, что Спартак добудет победу. Учитывая еще, беря во внимание, что Спартаку среди недели играть поединок гостевой Севильи. Поединок с точки зрения всей Лиги Чемпионской кампании, возможно, важнейший. И я думаю, что при всем при том, что чемпионат для Спартака важен, матчу с Ростовом не будет уделено должное внимание. Спартак будет играть как всегда, и здесь абсолютно хорошие шансы у Ростова как минимум не проиграть, как максимум и победить. Но не будем рисковать, нарисковались мы уже в этом месяце. Давайте просто возьмем ставку, что Ростов не проиграет. Да, коэффициент не очень большой, всего лишь 1.55. Но мне кажется, что в этой ставке очень-очень-очень-очень-очень много процентов на то, что она зайдет. Согласны со мной? Тогда поставьте лайки и подпишитесь на мой канал. Обязательно вступайте в мою группу ВКонтакте, добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте. Ссылочки вы найдете в описании этого ролика. Ну а чуть ниже, в комментариях, обязательно напишите свои варианты ставок на матч Ростов-Спартак.